Всем привет! В этом видеоролике я покажу вам, как обойти блокировку по Google аккаунту на телефоне Google Pixel 2 на базе Android 10. Для этого нам нужен Wi-Fi. Возвращаемся на самую первую страницу. Язык я пока оставлю английский. Итак, выбираем пункт Emergency Call. Emergency Information дважды тапаем. Owner. Нажимаем значок «Редактировать», нажимаем на «Name», и надо нажать на вот этот треугольничек возле аватарки. Нажимаем на него, «Choose an image», три полоски, зажимаем значок «Drive». Здесь выбираем Permissions, лупа, пишем слово Settings. Проматываем чуть вниз, вот оно. Нажимаем Open. Мотаем немножко вниз, Security. Нам нужен последний пункт, Screen Пиннинг. Включаем. И еще раз включаем. Выбираем Pixel Imprint плюс PIN. Пишем любой, вводим любой PIN-код. Далее повторяем его. Подтверждаем. Пропускаем добавление пальца. Возвращаемся в самое начало. Можно выбрать русский язык. Начать. Пропустить. Не копировать. Вводим тот пин-код, который мы установили. 2005. Пропустить. Пропустить. Еще. Принять. Еще раз вводим пин-код. Пропустить. Убираем все галочки. Окей. Телефон разблокирован. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачных ремонтов. Пока.